На Серовском тракте сгорел лесовоз, направлявшийся в сторону Екатеринбурга. По словам очевидцев, такую картину они наблюдали в минувшую субботу на подъезде к уральской столице. Объятый пламенем лесовоз стоял на обочине. ГАИшники выставили ограждение, чтобы другие автомобилисты не подъезжали к нему слишком близко. Огонь никто уже или еще не пытался тушить. Как сообщили порталу Е1 в отделении пропаганды областной ГИБДД, в этом происшествии никто не пострадал. Причиной пожара стало не ДТП, а самовозгорание грузовика. Чтобы водитель не замерз на дороге, ГАИшники пригласили его в свою машину. Прибывшие пожарные погасили горящий лесовоз, так что даже уцелел его груз. А вот кабина грузовика, не уточняется какого, сгорела полностью.